Держись, господин! Мы победили! Держись! Что произошло? Мы прогневали их богов. Вот их послание всем, кто смеет бросать им вызов. Но мы выжили. Пощада. Она... Кто это был? Дочь ночи. Послание призраку Спарты. Ну вот, началось. Смерть ждет призрака. Он никогда не получит череп. Череп. Я иду за тобой, брат мой. Thank you.
Thank you.
Кратос, призрак Спарты, убийца Ареса, а теперь губитель Атлантиды. Вот теперь берегись. Олимпийцы не похвалят тебя за уничтожение королевства Посейдона. Боги мне не указ. Но ты ведь сам стал богом. Я не просил о троне Ареса. Тебе дарована честь стать равным богам. А ты готов ее отвергнуть с презрением. Эта честь мне даром не нужна. Я просто хочу найти моего брата. А, да, второй мальчик. Пробуй, если хочешь, но ничего не выйдет. Его никогда не найти. Ты встал на путь разрушения и лишился последнего шанса на спасение. Вот что ждет тебя в конце твоего пути. Сначала я найду Деймоса. Не глупи, сын мой. Возвращайся немедленно. Лучше не спешить в царство смерти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!